Ну, я не готовилась, чтобы специально здесь бегать. Я просто на город Якутск тоже сама бегаю на улице. И поэтому у меня нету, чтобы здесь, о, холодно там. Ну, привыкшие, да. Я из города Москва. В такого рода марафонах, наверное, не участвовал никогда, потому что это самый экстремальный марафон в мире. Марафон сам по себе, собрались ребята и решили попробовать на себе наши морозы. При этом забеге была температура минус 54. 30 секунд до старта! Фантастические ощущения, которые никогда нигде больше не испытаешь. В лютом холоде, да, в первый раз. Перед стартовой мандраж. Хочу подготовиться надо, психологически, морально. Добрый путь! Да? После 33-го километра вообще чуть не отключился. Чисто на характере, вот, еле-еле. Время для Константина. Потому что это мы как-то любим бегать. Поэтому каждый день почти без отдыха тренируюсь на улице круглый год. Вот поэтому получается. Мы бежим, оставляя во времени страдания тем, чтобы очистить впереди. И это такой лозунг бегунов. Чем больше ты страдаешь, тем легче тебе впереди. Так.